подсвечивает. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Моя любимая песенка, когда мы идем с Альбертом куда-то. Ну что ты прячешься, Альберт? Отсвечивает тебя, вон смотри, не видно. Вот. Домой идем, домой. Съела полбанки оливок. И кружка кефира. Я надеюсь, мне ночью плохо не станет. А еще груша моя тоже недоеденная, покусанная. Кроме меня, мне кажется, так никто больше не ест. Да, мышка? Тиша. Ты моя мышка, наружка. Доброе утро. Погода наипрекраснейшая. Наконец-то у нас лето. Но говорят, ненадолго. Пару дней тепла, и снова будет холодно. Птички поют. Яблони цветут красиво очень. Пойдем завтракать. Пойдем завтракать. Кис-кис мяу. Дочитала я книгу очередную, про которую я вам говорила. Сейчас я покажу. Приготовила просто уже, чтобы нести сегодня их. Так, вот это мужчина не женщина. Я ее прочитала вообще. Просто ее проглотила. Дня, наверное, 4, и все. Оторваться не могла. Очень интересная книга про жизнь арабских женщин, про их устои, про их правила, про то, как женщина вообще в принципе не ценится в этой стране. Ну, ладно, не буду про это говорить. Ну, кому интересно, почитайте. Прям за душу берет. Вообще, очень. «Синий билет», я про него тоже рассказывала. Так, вчера мне принесла эта девочка еще одну книгу. Но я вчера уже ей написала, говорю: «Оля, принеси мне, пожалуйста, что-нибудь повеселее». Потому что плюс еще одна такая книга, грустная, с грустным концом. И я уйду в депрессию вообще. Попросила ее что-нибудь такого веселенького. Но вот эту она мне принесла, это не веселая книга. Тоже типа рассказ служанки, типа вот тоже «Мужчина не женщина», «Синий билет». Я ее пока отложу. Вот. А вчера она мне принесла вот эту. «Хюгле». Нет, «Хюгге» или «Уютное счастье по-датски». Вот это говорит повеселее. Так что я, наверное, начну читать ее. А эту оставлю на попозже. Покрутила сегодня обруч буквально минут 15. Обычно кручу полчаса и делаю комплекс на пресс. Белье лежит, стопка целая. Надо все перегладить. Вчера сняла, когда буду гладить, не знаю. Что она мне там делает? Киски смял. Вот. Не могу проснуться сегодня. То ли пятница о себе дает знать уже. То ли просто уже элементарная усталость. Вот. Не стала ни пресс на комплекс делать, ни отжиматься. В общем, зарядку делать я сегодня не стала. Проснулась кое-как. Меня первый раз Теша разбудила в 2 часа ночи. Не знаю, что уж ей не спалось. Начала у меня тут ползать по полкам, грызть батарею опять, как обычно. Отпуск хочу. Ой, простите. На море хочу уже. Уже хочу просто выспаться, отдохнуть. Я каждый раз перед отпуском говорю: хочу выспаться. Получается так, что последние 2 года у меня отпуск делится. В прошлом году давали 2 недели в сентябре.
Я толком, конечно, не выспалась, потому что у меня был ремонт, потратила кучу нервов, кучу денег. В апреле у меня была неделя отпуска. Я вроде бы спала, но все равно как-то мне не хватило. Ну что там неделя? Вот. Ну вот сейчас я иду на 3 недели в отпуск, и я надеюсь, что я отдохну со всей душой. Я буду лежать на берегу морском, перебирать камушки под своим бренным телом и нырять в пучину морскую. Никак не могу дойти до кухни. Надо идти кофе пить, кошек кормить. Стеша, удобно тебе там? Ну, я как бы могу и приревновать вообще-то. Моя кошка. Иди, у тебя вон, ты рыську любишь. Отпусти мою кошку. И это тут же, да, возле тебя? Да. Предательница. Предательница, я тебя любила, обнимала, кормила. А ты ушла обниматься туда, к Артему. Эх. Эх, Стеша. Вот так вот. Вся твоя любовь ко мне. С виду тазик. Но что-то с этим тазиком не то. Что это такое? Ой! Я напугалась. Что-то с этим тазиком совсем не то. Зацепилась. Черепашка. Ничего, я там, походу, комфортно. Артем хохочет там. Коллега мне нарисовала мехенди. Ну, пока заклеено, потом отклею, и там красивый рисунок будет. Ну что, мы поехали в ЕКБ. В Екатеринбург за чемоданами. 2 штуки нам надо. 1 Альберту, 1 мне. Альберт вот такой себе выбрал. Не знаю. А я вот думаю. Вот этот синий или вот этот зеленый. Ничего даже нет. Уже все на шурупах, на гайках. А что, на гвоздях должно быть? Нет. Вот здесь вот интереснее сделано. Покачественнее, чем у вот этого вот зеленого. Там у него все на шурупах. А тут пару штук всего на шурупах, но. Ты немножко. Ой, палец. А? Палец, ката, палец. Прикручено лучше, чем зеленое. Зеленое уж можно.
смотрите, это прикольно вообще. Вот эта штука только понравилась, и все. Ты че, за какой? Ты за синий. В принципе, синий мне тебе нравится. Перевернулась, то кажется, что вертикально. Купальник. Нормально. Мама, как всегда, по бабочкам помешан. Ну да, как у бабушки. Бабушкин сундук. Первый был лучше, да? Ну, теперь ходим в поисках шортов. Чемодан катаем за собой. И не можем найти шорты. О, нашли, наконец-то. Прикольные, всякие разные. Офигеть. Вот сейчас мы тут выберем. Прошу прощения за выражение. Да? Есть? Нет. Ой. Больно, у меня же здесь волос. Эксклюзивные кадры. Эксклюзивные кадры чего? Не знаю. А, депиляция волос на тыльной стороне ладони. Бабочка и цветочек? Нет. Только бабочка? Кувшинка. А. Эпик. Вот. Ну это все надо смыть, конечно. Хна. Вот как-то так. Колокола вон там звонят. Мы наелись шаурмы, съели по мороженке, ждем автобус. Пассажирка с собачкой. Где она? Я хочу такую собаку. Вот они наши два чемоданчика. Ну все, мы в поездку готовы. Можно все потихонечку складывать. Посмотрим, может быть, один возьмем, а не два. Если все влезет в один в большой, значит, один возьмем. Второй — это чисто тебе в деревню ездить. Привет, ты уже в пакет, да? Так, мы Альберту купили еще шорты, две пары. Ох, как мне нравится, что у меня ребенок любит все тоже такое яркое, цветное. Они зацикливаются на всем чисто темном, черном. Обалденные шортики с пандами. Вообще просто карманы классные. Так, и вот эти шортики. Эти плотнее. Эти поплотнее немножко. Тоже карманы.
Классные. Ты ходил, когда они тебе были вообще клёво? Вот так вот. О, всё в шерсти уже, ёлки-палки. Стричь вас будем, через неделю будете лысые ходить. Написала грумеру.